Сегодня Международный день отказа от курения. По этому поводу в главном корпусе БГУ прошла молодежная акция «Проверь свои легкие». Студентам предлагалось на специальном оборудовании проверить состояние внутренних органов. Как отметили специалисты, многим молодым людям стоит серьезно задуматься о здоровье. Среди обследованных уже там высокий уровень идет, да, тяжелый курильщик. Это уровень карбоксигемоглобина в крови. Но что такое карбоксигемоглобин? Это когда гемоглобину присоединяется окись углерода, угарный газ, да, грубо говоря. Соответственно, высокий уровень говорит о том, что идет очень высокое отравление организма. Желающих оказалось немного. Кто-то смущался, кто-то просто отказывался. Ну а те, кто все же изъявил желание пройти тест на здоровье, вдобавок смогли обменять сигареты на конфеты. Лишь единицы, еще раз услышав о вреде курения, всерьез задумались бросить эту пагубную привычку. Люди расслабляются, когда курят, у них снимается стресс. Но это было заблуждением, конечно. Вред для организма очень сильный, как... Я отрицательно отношусь к курению и сам бросаю. Я считаю, что курение, это, конечно, очень вредно для здоровья. И негативно отношусь к, не только к девушкам, которые курят, но и к молодым людям. Как бы у нас больше принято, что юноши курят, но это считается нормальным. Курить или бросить – это дело принципа. Весь мир сегодня твердит о том, что это не модно и плохо. Раз и навсегда отказаться от сигарет можно. Главное – проявить желание. Мария Колычева, Даржи Чайдопов, Новости дня.